Как провести время в компании весело и с пользой? Можно встретиться за партией в бильярд. Разновидностей множество. В Химках же провели мастер-класс по русскому бильярду. В отличие от пула или снукера, шары здесь больше, поэтому забивать их в лузы сложнее. Максим Кузьминых не раз принимал участие в чемпионате России по русскому бильярду. Как никто другой знает, самое важное – правильная стойка. Как поставить руку для точного удара, рассказал химчанам. Кладем ладонь, да, на стол, и предплечье мое перпендикулярны. Вытягиваемся для нужного хорошего удара, то есть у нас должна быть позиция. Плечо и щека, они практически как две подружки, не разлей вода должны быть. То есть это для точного прицеливания в шар. Посетить подобные мастер-классы можете и вы. Подробную информацию о них можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости». Также информация есть в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.